Управление Росгвардии по Рязанской области, Центр лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани. В ходе контрольно-профилактических мероприятий распоряжения Росгвардии по Рязанской области проводим проверочку у вас на объекте охраны. Школьники на экзамен уже прошли. Теперь посетители гимназии новые, сотрудники Росгвардии. Сами с экзаменом к местному ЧОПу. Первым делом штудируют документы. Наличие удостоверения и бумаг о прохождении комиссии. Здесь можно ставить плюс. Начало положено. Следующий пункт экзаменационного билета – проверка документации на рабочем месте. Все необходимые журналы в наличии. Как финал, росгвардейцы уточняют, знает ли охрана свои обязанности. И здесь порядок. Почти как «Отче наш». У вас без замечаний. Пятая гимназия проверку прошла. Точнее, охрана учебного заведения. Но расслабляться рано. Всего в Рязани и области больше 600 образовательных учреждений. Речь идет не только о школах. В списке детские сады, вузы. Проверка только началась. Пока нарушений нет. По крайней мере, явных. Отсутствие удостоверения частного охранника, личной карточки частного охранника, а также отсутствие у лица периодической проверки на пригодность к осуществлению действий, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Штрафы, конечно, есть, но сумма не так, чтобы уж и большая. За отсутствие лицензионной карточки охраны от 1,5 до 2 тысяч. Как поговорить по телефону за рулем? Если удостоверения нет, до 5 тысяч. Естественно, с отстранением от службы. Моментальным. Жестче будет, если вдруг инспекторы поймут, что охранник не готов к реальным трудностям. И задача росгвардейцев такие вот кадры вычислять. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».